Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса отметила свое 22-летие. Организация объединяет предприятия, обеспечивающие 80% лесозаготовки и 60% рабочих мест в отрасли региона. Правительство Приморья тесно взаимодействует с лесопромышленниками, чтобы поддерживать эти предприятия в их экономической деятельности. Так, край помог в упрощении процедуры предоставления железнодорожных вагонов для перевозки продукции, в обеспечении возможности экспорта лесоматериалов через все автомобильные пункты пропуска, в снятии карантинных ограничений экспорта. Как отметил губернатор Олег Кожемяка, лесопромышленники взяли на себя большую социальную ответственность. Бизнес регулярно помогает нашим бойцам, участникам СВО. Для нас очень важно с тем, чтобы на предприятии платилась заработная плата, которая бы соответствовала уровню средней по отрасли, вот, то есть и не менее была бы средней по краю. Вот, сегодня она по отрасли достигает 52 тысячи рублей, и нам нужно поднять планку до 66, с тем, чтобы средняя заработная плата была. Вы сами знаете, насколько сейчас это важно, прежде всего для вас, в силу того, что подбор специалистов, нахождение людей, которые там работают, с каждым годом становится все труднее и труднее, поэтому, конечно, важно держать коллективы, а держать можно только за счет хорошей заработной платы. Ну, это еще и, скажем так, социальное благополучие их семей, тех поселков, где они живут и работают. Вот, то есть особая благодарность вам за помощь фронту. Вот, у нас мы с самого первого дня, значит, работали по отправке лесоматериалов. 60 вагонов пила лесоматериалов было отправлено в фронт вами, скажем, безвозмездно.